Так, в общем, такая ситуация. Мне тут профиль дали, как я и обещал. Только в этот раз не на завтра, а... Подожди, я посмотрю. Короче, сейчас я представлю этого человека, кто мне дал профиль, чтобы я вскрыл контейнеры. Ну, сундуки, как это называется? Шкатулки. Вот, да. Это лупа за лупи, или лупа за пупу, фиг пойми. Это мешок говна. Сильнейший жрец на 14 уровне. По прокачке. Так, что я еще о нем знаю? Человек имеет возможности, то есть сидеть. У него в натуре есть. Тут одно дело вот насосал, здесь он насобирал. Тут не предъявишь. Так, посмотрим, что он вообще подготовил нам. Какие-то сундуки. Я не знаю, что даже в них лежит, его вот честно говорю. Посмотрим. Место он. О, вот это вот правильный мужской подход. Он нам все оставил по местам. Ладно, что, пошли вскрывать. Ну, мы, короче, делаем вот так. Меню в слот вызова. И перекинем вот сюда. И вот эти шкатулки непонятные тоже перекинем вот сюда. Будем открывать по очереди. То есть, итого, у нас 43 таких, 159 таких. Свалим куда-нибудь, чтоб я никому не мозолил глаза. Пока вскроем одну до теста. Манускрипт какой-то воинов тьмы. Я не знаю, что это за дичь. Ага, хер-то там нас туда не пустит. Ладно. Так. Вот как раз призыв стража тыквы выпало. Колдовское снадобье здоровья. Это, кстати, давайте открывать вот эти квадраты. Манускрипт воинов тьмы. Это какие-то хорошие вещи, по ходу дела. Серебряный слиток. Но мне нужны какие-нибудь книги. Желательно. Либо какой-нибудь кост. Имбучий, чтобы мир того видывал, что это за жесть такая. Так. По поводу того парня. Он в натуре имеет большие возможности сидеть по времени. Это что, кстати, очень серьезно. Такие игроки ценятся, имейте в виду. Так. Медный слиток. Что-то вообще как-то все херово падает. Но я как бы до этого общался с людьми по поводу именно вот этих сундуков. Да, действительно, там есть книги. Да, действительно, но сказали, что шанс выпадения невероятно мал, и он падает когда как. В основном. Так, открыли. Открываем еще 10 штук вот этих квадратов. И переходим открывать именно боковые. То есть, видите, маск манускриптов всяких. Я не знаю, что это за манускрипт. Я сейчас посмотрю. Манускрипты. Да, я такое, блин, у него буду, попрошу потом купить у него. Ладно. Одну здесь откроем, посмотрим. Здесь мистическое зелье сумасшествия. Нифига себе. Что такое не придумает. Так, здесь у нас призыв молодой ведьмы. Тоже неплохо. Копье. Так, секунду поставим на паузу. Так, с паузы мы слетели, продолжаем открывать. Давайте одну здесь откроем. Манускрипт воин. И здесь как раз одно. Всякая дичь, в общем. Продолжаем. Платиновый слиток. Мистическое зелье. Мистическое зелье опять. Медическое зелье. То есть какой-то шлак, если честно, выпадает с него. Я бы, если честно, хотел бы выбить что-то достойное. Но говорят, что шанс невероятно мал. Вот как раз я этот видос я разработчикам скину. Если ничего не выпадет, я скажу, вы чё, полупокеры, блин. Тут человек почти весь балаган, по-моему, уже порвал, да, что-то пытался сделать, нарулил, а вы ему вот этот типа подгон, да? Молодец, как там тебя, лупу за пупу, молодец, ты задротил, так что лови себе хер на болт. Типа такого они хотят сказать, ни хера подобного.
Я один где-то видос скину, пускай посмотрят. А то у них же такая привычка. Ну это, знаете, так получилось. Я 11 000 знаков слил, блин. Это у них так получилось. Нет, не слил, так... Великое развеивание чар. Что это за хрень? Ну, все лучше, чем ничего. Колдовское снадобье здоровья, манускрипты. То есть, теперь мы знаем, что здесь падают книги. Ой, книги, говорю, реликвии. Малый эликсир гладиатора. О, вот это более-менее малый эликсир гладиатора. Все лучше, чем ничего, правильно? Колоское зелье снадобье. Так. Манускрипт магов тьмы. Манускрипт воинов тьмы. Манускрипт жопы китайский. Давай, вы выбейте мне еще. Манускрипт магов тьмы. Колдовское зелье какой-то херни, манускрипт воинов тьмы, мистическое, короче, это полная лажа и тупизм, потому что ничего нормального выбить не могут. Давай-ка вот так вот пооткрываем их. Колдовское зелье снадобье здоровья, манускрипт магов тьмы, медный слиток, ну это вообще я не знаю. Чисто, чисто угорают над человеком. Колдовское снадобье духа. Колдовское зелье здоровья. Манускрипт магов тьмы. Ну это подкол. Буквально подкол над человеком. Я бы после такого момента бы игру точно забросил. Нет, ну если он это выбьет, что-то такое интересное, то считай этот, ну не зря, ну хотя бы кост вампира вот было бы неплохо. Да, там какой-нибудь, я не знаю, вот как демонолога, было бы весьма недурно. А то он билетов на аттракцион, мать твою, выбил сколько. Но они все равно недорогие, то есть он... срулит на них, там не больше 10 000. Мистическое зелье безумия. Что это за такое зелье, интересно? Так, ну, пока видите, да, неуспешно, все неуспешно. Так. Так. Эй, пока не забыл, надо знать, что я вообще открываю. Открываю сокровищницу пустоши и шкатулку мясокомбинатора. Серебряные слитки. Колдовское зелье снадобье здоровья. Мистическое зелье. О, последнюю. В общем, с этих конченых шкатулок ничего не выпало. Теперь пошли мясокомбинатора. Но мясокомбинатор... там, по-моему, горят поинтереснее награды. Не знаю, где из них лучше. Манускрипт тьмы. Снадобье духа. По-моему, вот этих маленьких зелененьких, там еще зелененькие есть. Зелененькие, мне кажется, и то лучше выпадает, чем где-либо. Одни эти манускрипты. Он что этими манускриптами, что будет? Подтираться, что ли? Чисто издеваются над человеком. Так, ладно. Он страж тыквы. Это пипец. Кто еще дичь снял? Колдовское снадобье духа. Колдовское снадобье здоровья. Угу. Угу. Опять здоровье, 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 здоровье. Слиток. Билет на аттракцион.
А кстати, уже эти билеты на аттракцион, наверное, поснимал, твою мать. О, сколько банок он только снял, увидите, да? Чисто, говорю, издевательство. Что он еще снял? Кроме, короче, реликвии, он ничего ценного не снял. Ну и херово горы всякого мусора. Ну, еще 80 штук, поэтому шансы все-таки есть что-то вытащить. Ну, к примеру, какую-нибудь книгу на 7 миллионов. Оно того, ну, оно считает того достойно, то есть уже порвал не зря. Я просто видел, что какой-то нубик 17 уровня выбил какой-то там что-то какую-то книгу искажения вроде называется она. Что-то там, короче, из тебя оглушили, и ты что-то там восстанавливаешь ХП, что-то такое, короче. 17 уровня. И, короче, продал по незнанке, продал он пацану за 200к. Этот пацан купил, взял за 200к и начал продавать за 4 миллиона. И продал за 4 миллиона. Это как вот пацанчик тоже у меня знакомый. Не знаю, короче, где-то срулил он костюм вампира. По-моему, с этого сундука основного. Ну и у него там выпала дичь полная, короче. Ну, выбил кост. Ну и по незнанке, короче, тут кост выложил в торговый чат. Ему, короче, тоже так же написали. Это его уже с его слов рассказ. Он, короче, говорит, типа, выкладывает в торговый чат, ему говорят, типа, куплю. Он говорит, предлый. Ему говорят, типа, 40к. Он такой, окей, бери. И со 40к, короче, продал. Этот пацан сразу же взял и начал повторно перепродавать. Он у него спрашивает, а что ты, говорит, продаешь, если тебе не нужен? Типа, я сейчас перепродам. И того, короче, он перепродал. Перепродавал за 240, по-моему. Вот такая вот дичь. Я свои брал по 400к каждую. Так, что-то кому-то я прям сильно нужен. Снадобье здоровья, золотой слиток. Призыв малой ведьмы. О, у него петов хватит. Он на пол жизни, походу. Сунвинь. О, какую-то реликвию обновления духа получил. Это такую дичь выбивает, ужас. Знаете, как можно делать? Давайте, короче, как эти нубы поделаем. Вот тут открыл. Вот тут открыл. Вот тут открыл. Ну, то есть, какое-то разнообразие для себя. Между локов. Чё я получил, блядь? Я выбил какое-то оружие непонятное. Нахрена мне оно? Что там вот духи падают? Это вообще не ожидал.
Не, ну вообще не. Ладно, они бесплатные, поэтому еще особо ругаться смысла нету. Но просто неприятно то, что действительно мусор столько-столько вот ходил, да, и вот столько мусора выбил. Как бы, ну стрёмно. Опять тут ту же самую хрень выбил. Да что ты, я перейти не могу на другую дорогу. Еще какие-то есть. А, еще какие-то ротунгайры. Давай их тоже в слот поставим. Сокровищница хаоса тоже. Так не изгибаясь вместе ныряльщиков, это походу морская шляпа. Угу. Офицеров зомби, может у тебя спрятан кост или книга? О, он слитками, конечно, запитался на ура. Но, к сожалению, продавать не буду эти слитки. Он сам все уже решит, что с ними делать. Может, он коллекционер. Медный слиток. Медный слиток. Медный слиток. Чё, блядь, заклинило, что ли, на этих слитках? Колдовское зелье здоровья. Он скрипт магов тьмы. Не, это же должно быть имбовый сундук, сундук-то. Золотые слитки. Они золотые слитки падают. Ну это как-то даже стыдно, блин. Ерунда. Полнейшая ерунда. Давайте остальные отсюда откроем. Ноктюрну. Вот ноктюрну отсюда бы выбить. Ноктюрн, значит, ноктюрн там есть. Это у нас шкатулка пустошей. Ну, пустошь, а слово пусто. Давайте открывать ларец алхимика. Там и то в этих ларцах более достойно падают. Так. Тыквенный пунш. Медный слиток. Тыквенный пунш. Блять, давай еще скажи ты мне. А во, смайлик получили. Короче, смайлики позже посмотрим. Я сам хочу посмотреть. Открывать я их, к сожалению, не буду.
эти смайлики, а просто на них взгляну одним глазом, какие у него есть смайлики. Он по-любому, он такой человек, который в мире любит сидеть. Он по-любому, он имеет херово горы смайлов. Спорим? Смотрите. Минимум три вида смайлов. Ну, это понятно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я рассказал. У меня как в то время, знаете, сколько у меня? Основные и уникальные. Ну, то, что выпадает откуда-то вот. У меня вот здесь какой-то смайлик. Терминатор смайл у меня есть. У меня его хватает. И какие-то нигеры откуда-то у меня появились. Смайлы нигеры. Ой. Я ему рем теперь торчу. Тыквенный игрок. Смайл фейспалм. Вот нахрена мне фейспалм, когда у меня он уже есть? Объясните мне, блядь, разработчики. Ебланы тупые. Почему мне, блядь, второй раз выпадает фейспалм? Чё мне им, блядь, скрещивать их, что ли? Чтобы вышел супер фейспалм? Тупые снупи хуёпи, блин. Такой на сидр? Да, конечно, после грога сидр надо, блядь. Надо, блядь, поднасрать человеку. Карта мощи. И тыквенный игрок. Давайте, короче, посмотрим, чего выбили. Я не знаю, что у него было. Но у него херва гора сидров, херва гора грогов, колдовское снадобье здоровья. Причем в немалом количестве. Банки, магии, всякие. Вот эти физические экстракты, могущества ночи. Вот это получил. Оно того не стоит. Мои мистические сумасшествия. В натуре сумасшествие. Банка сумасшествия, блин. Банка магии сумасшествия. Чертову гору скрипт воинов тьмы получил. Это у нас что, это свитки, да, свитки? Я бы свитки магии в нём купил, блин. Так. Манускрипт магов тьмы тоже купил. Хер его знает, продаст, нет. Короче, всякую дичь, блядь, такую хрень выбил. Мне аж стыдно за такой вот фигню. Так. Какое-то оружие, по-моему, вот эту дичь выбили. Какая у него шляпа есть, интересная. Так. И та-да-дам, сколько этих свитков, слитков. Да. Бля буду у него такая есть. Спорим? А нет, такого нет у него. Все лучше, чем ничего. В общем, еще раз смотрите. Ну а видос я разработчикам скину. Пусть подумают над своим поведением.